Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пройдемся по руслу вот этой вот маленькой реки и поищем небольшую средневековую крепость, вернее остатки от этой крепости. Мы наткнулись на архивные данные, что вроде бы как бы здесь была когда-то крепость. Ну вот, сейчас поищем, думаю, что что-то мы найдем. Вставайте со мной, наверное, будет интересно. В принципе, места дикие, в том плане, что мы зашли в реку такую, очень-очень даже отдаленную от населенных пунктов. Здесь все заросло, потому что здесь, в принципе, людей практически не было. Вот немножко сложный, почему он, в принципе, тяжело идется по реке, потому что очень скользко, но мы стараемся. Это нам повезло, вот если посмотреть вот здесь, вода немножко убыла, то есть это нам повезло. Даже с такой местности, где уже практически человек не бывает, нет, все равно какую-то алюминиевую кастрюльку мы нашли. Эх, экология. Так, что мне понравилось, вот этот скат. Интересно, вода течет. Думаю сделать такой небольшой ролик, типа реанимация. Запуск очень молодой. Ну и выложу в интернете. Так что если кому-то нравится шум воды, потом подключайтесь, расслабляйтесь. Впечатление, будто мы где-то идем по Амазону. Или по реке Нил. Это еще какой-то типа ручья, да? Thank you.
Друзья, я такой наивный. И почему-то думал, что только мы одни тут бродим по этой реке. Оказывается, нет. Тут, оказывается, есть рыбаки. Вот мы нашли раколовку. Правда, раков мы не видим. Но очень-таки даже значимое событие, потому что действительно кто-то еще ходит здесь. Да, вот и рыбки плавают. Но вот когда стоишь, рыбы здесь любопытные, они людей не боятся. И сразу подплывают к нам. Вообще интересно. Ой, да их много стало подплывать, да, Серега? Форель. Форель? Угу. Нет, это не форель, это барбус. Это барбус. Нет, все это разновидность. Это семейство карповых. Называется, как на испанском называется, барбо. Так, друзья. Вот мы нашли остатки моста. Кладка, конечно, странная. Очень странная кладка. Почему? Потому что сверху вроде бы как камни. Да, кладку мы видим. А вот здесь, Сереж, посмотри. А вот здесь, это что у нас? Вот это вот. Это не железо ли, вот эта вставка железная? Нет, мне кажется, это может просто камень такой. Да. Ну, думаю, что... Потрогай, пожалуйста. Может быть, что-то. Не, это нарост, это, да. Грязь, вот да? Это оксид железа, он намыло, видишь, он стирается, и камень нормальный. Это, скорее всего, арабские, вот они строили. Ну, похоже, да, на арабские. Не, а как раз, видишь, он сужается, я думал, как же они ходили. А у них было как раз, чтобы прошел вьючный ослик или мост. Да. Это чисто их постройка. Это еще значит, получается, ну, 11 век в среднем где-то так. Ну, как правило, получается так, что арабы строили на месте римских дорог, все восстанавливали. Посмотрим дальше. 100% это, наверное, было сначала римское, а потом уже арабское. Вот. Идем дальше. А, ты посмотри. Ну вот, типа как кладка стены. Но я сомневаюсь, что это остатки от какого-то строения. Почему? Потому что очень похоже на террасу. Хотя, Сереж, ты знаешь, что происходит? Не, ну может и было какое-то здание, может это и остатки какого-то форпоста около моста, знаешь? Ну да, скорее всего похоже, что-то такое. А потом просто переделали местные... За ненадобностью. Ну все заросло уже, да, тут да, ничего да. Не увидишь. Тут. Даже если вы. Без, да, даже сам, если сам будешь вырубать, это нереально. Нереально. Ладно, ребят, дальше идем, смотрим. Вот такие вот прерии. Вот через такие прерии мы проходим. Ну очень интересно. Впечатление, конечно, замечательное. Так, друзья. А вот это уже действительно похоже. Что-то на какой-то фундамент, потому что вот идет такой литой выступ такой, видно, что это строение было. Вот. Ну идем, смотрим, что там нас ждет. О, ух ты! Серег, смотри. Заброшенное давно. Да, смотри. Травой заросли, камнями его закидало. Ну вот, что получается, это как вид типа канала какого-то, да, искусственного. Какая-то прям, я да, вот такой канал был. Да, оросительный. Так, а вот это вот интересно, возле, получается, под водой
какой-то выем. Не знаю, будет его видно, не будет. Ну, попробую заснять. И туда уходит дырка какая-то. Короче говоря, надо уже делать и подъем, подводные съемки. Камера позволяет. Надо уже будет думать и бокс есть, и все. Так что скоро мы еще и под водой будем снимать. Так, интересно получается. Что у нас тут? Ага. Получается какой-то канал, да? Слушай, как-то там мне даже интересно. Осторожно. Как-то там мне, там мне как-то выложено интересно, да? Ну да, может. Кто-то красоту наводил. Вот видишь, засыпано капитально. Ну да. Десятки лет уже не пользовались. Да, не пользовались, и кто-то засыпал. Это ж надо было как-то засыпать. Зачем-то засыпали, да? Ну, само автоматически наводнение. Не, ну так. Прям автоматически не думал. Налево пойдешь, что-то найдешь. Направо пойдешь, еще что-то найдешь, да? Да. Как сказать? Чем дальше, тем страшнее. Вот там вообще дверо. Так, смотри. Это вообще кто-то плотину построил. Тут же бобров нету, да, по-моему, не живут бобры. Что-то не встречал я в этом месте. Слушай, у нас уже в Валенсии ежевика отошла. А здесь она еще даже и не созревала. Да? Да. Будем чем подкормить. Так что приедем на ежевику. Так здесь можно нормально ежевики собрать. Классно. О, а какой тут вид у нас. Шикарный. Смотри, как заходишь так. Как в фильмах Голливуда. И дерево тут перекинутое. Вообще. Да, на пункт нету. Вот, кстати, антидот против змей уже пора покупать. Что-то мы как-то... Видели хвостатых. Да, что-то мы как-то... Хвостатые здесь ползают. Кстати, змейки здесь есть. Не знаем, они ядовитые или не ядовитые, но вот за такой короткий период мы видели 4 змейки. Видимо, им здесь комфортно живется, поэтому что-то я не подумал об вакцине против укуса змеев. Ну, в следующий раз уже, наверное, Сережа возьмем. Ну, надеюсь, что нас не покусает. Ну, в принципе, аптечка есть, ну а толку-то что? Все равно же нету у нас тут антидота этого. Ну вот, какое-то строение здесь было техническое, да, Сережа? Получается, вот. Ну я думаю, Кость, если чисто логически, был канал, так. Была мельница, наверное. Шла вода на поли, они что-то здесь, или были пресса, отжимали виноград, оливки, да, но... мололи муку, может. Хорошо, согласен. Смотри, вот эта складка каменная, старая. Это там, да, была бетонная. Там бетонная, а это старинная кладка. Вот я же говорю, что это старинная кладка уже. Видно, что кладка идет такая, не бетонная, когда мы видели там. Такую там идеально, идеально ровную. Да, смотри, а здесь она действительно какая-то кладка. Может, ну это уже вот что-то было или арабское, или римское. То, что мы прочитали, там очень сухо так все упомянуто, что типа была крепость и все, а там догадайтесь сами. Так, ну что, надо проходить вот туда, идем. А вот тут вот похоже как коридорчик какой-то. А ну-ка пойдем посмотрим. Ух ты, как красиво. Чем не прерия вообще. Такие заросли и ничего не трогают. Вот это да. Ой, все царапается.
реки, потому что здесь все не тронуто. Вода такая прозрачная. Дальше не пойдем, Сереж, там что, грязь какая-то непонятно, да. Бревнули же с крокодилом. Да, бревно. В новостях показали, у кого-то сбежал крокодил. Где-то сейчас здесь плавает. Да это в Альбуфере до сих пор плавает. Я уже сколько друзей приглашаю. Поехали, говорю, на рыбалку. Крокодила поймаю. Даже в Фейсбуке как-то объявление давал. Все как начали против меня возмущаться. Ай, зачем ему крокодил? Оставьте крокодила в покое. Ну это пока в покое, пока он их не покусает. Ладно. Дальше идем. Ух. Просто кайф. Идти в такую жару. Вот этот звук цикад. Вот это прохлада. И вот ощущение, что ты здесь один и рядом никого нет, это просто такое наслаждение. Раньше как-то мы ценили больше какие-то супертуристические места, там рестораны, бары, что-то такое. А сейчас тут простая природа для меня означает больше ценности. Сереж, а тебе как? Мне тоже больше привлекает. Представляешь, как? Мы уже возвращаемся, да? Да, возвращаемся. Вот. Так что, друзья, сегодня мы прошлись по реке, увидели какие-то остатки развалин, все. В общем-то, можно сказать, и ничего не увидели. Мы видели эту красивую природу. Можно сказать, первозданную. Очень замечательно.
Ну вот, друзья, дошли мы до выхода с этой реки. На этом я заканчиваю свой репортаж. Конечно, мы с Сережей подустали. Вот, ну, посмотрели как есть. Большое вам спасибо за то, что вы ко мне заходите в гости. Ну, и Сережа тоже попрощается. Серега, скажи ребятам пару слов о нашей поездке. Что ты там думаешь? Ну что, хорошая поездка была, конечно. Какие-то нюансы у нас еще не доработаны. Будем потихоньку запасать снаряжение. Ну и в дальнейшем более будем сложные маршруты проходить, чтобы показать вам, порадовать, так сказать, зрителей. Ну, будем прощаться. Ребята, всего доброго. Всем всего хорошего. Спасибо, что вы нас смотрите. До новых встреч.